В ряде приморских городов России создаются оперативные штабы по борьбе с терроризмом. Как сказано в опубликованном сегодня указе президента, такие штабы должны быть образованы в Каспийске, Мурманске, Петропавловске, Камчатском, Симферополе и Южно-Сахалинске. Одной из задач будет управление контртеррористическими операциями в территориальных водах, исключительно экономической зоне, на континентальном шельфе России, а также на судах, ходящих под государственным флагом Российской Федерации.